В Якутии выберут представителя в Общественную палату России. Глава государства Владимир Путин накануне утвердил новый состав Общественной палаты страны. Речь идет о пока только 40 членах, которые составляют президентскую квоту. Для формирования полного состава палаты субъекты страны должны выбрать своего представителя. Решение будет принято после тайного голосования всех членов Общественной палаты республики, которая идет сегодня в Доме профсоюзов. Результаты станут известны во второй половине дня. Субъектов Российской Федерации избирает из своего состава путем тайного альтернативного голосования одного обладающего безупречной репутацией представителя состава Общественной палаты. И здесь подчеркнуто большинством голосов от общего числа членов соответствующей палаты. Значит, мы должны с вами показать и продемонстрировать и самим себе, и населению республики, что за это время мы состоялись как общественное формирование, достижение единой цели в республике и большинством голосов выбрать своего члена в состав общественной палаты.